Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Сегодня в День Победы. Смотрите в нашем выпуске. Более 50 тысяч человек вышли на улицы Барнаула с портретами своих героев. Как в краевой столице отметили праздник Великой Победы. Даже в этот день он не вспоминает о войне. Как сложилась жизнь 96-летнего ветерана, который, пожив в Берлине, решил уехать в Тальменку? Когда время финиша не главное, более 3000 человек приняли участие в победном забеге в центре Барнаула. В Барнауле сегодня отметили 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В каждом районе города была своя праздничная атмосфера. Совсем скоро в городе отгремит салют. А начался этот день традиционно с парада на площади Советов. Если вы пропустили торжественное построение, предлагаем посмотреть, как это было. Поздравляем вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. У площади Советов тысячи зрителей. Торжественным маршем проходит юнармия, кадеты, курсанты БЮИ, офицеры космических войск, спасатели и другие участники парада. Особая часть программы – показ военной техники, которая до сих пор на ходу. Праздником Великой Победы ветеранов и жителей Алтайского края поздравил и губернатор Виктор Томенко. Более 600 тысяч уроженцев Алтайского края прошли Берлин в войне. 250 тысяч из них не вернулись с поля боя. Отец мой погиб под Харьковом вот, в 42-м году. Был призван. Погиб. Каждый год хожу на трибуны, дань уважения, так сказать. В этом году страна отмечает 77-ю годовщину Победы. К сожалению, с каждым годом участников боевых действий становится все меньше. Но все еще живы их дети и те, кто ковал победу в тылу. Напомним, в прошлом году Барнаулу присвоили статус «Город трудовой доблести». В годы войны каждый второй винтовочный патрон для фронта изготавливали именно в Барнауле. Каждый пятый двигатель Т-34 на заводе «Трансмаш». 1,5 миллиона бойцов были обуты в алтайские валенки. И более 100 тысяч раненых солдат лечились на Алтае. Эти люди, как никто, знают, что такое война. Задача людей во всем мире – извлекать из истории уроки. Надо радоваться всему. Надо смотреть не с черной точкой, не только лужи, а вот на небо надо взглянуть и радостно жить. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Дошел до Берлина, а потом рванул в Тальменку. За свои 96 лет ветеран Федор Федорович Потапов повидал многое. Прошел Великую Отечественную, работал секретарем колхоза, фотографировал свою семью, соседей и всех, кто пожелает. Как мужчина празднует День Победы и о чем вспоминает в сюжете Софии Яценко. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть. Дай Бог вам здоровья. Утро Дня Победы у ветерана началось традиционно с поздравлений. Федор Федорович родился в селе Новорыбинка в Казахстане. Война началась за 3 дня до его 16-летия. Мужчин тогда забрали на фронт, а его, как самого грамотного, назначили секретарем колхоза. В 17 по собственной инициативе обучился на минометчика, а через год пошел сражаться за родину. Воевал на первом и втором белорусских фронтах, командовал минометным расчетом. Весной 45-го дошел до Берлина. Несмотря на многочисленные медали и ордена, ветеран скромничает и почти ничего не рассказывает о том времени. Внучка признается, разговорить дедушку пыталась еще в детстве. Я прихожу и спрашиваю: дедуля, ну вот пойдем в класс, расскажи что-нибудь. А он мне говорит: я могу вот рассказать, как я на рыбалке был. Я могу рассказать, вот как я вот там то-то, то-то делал. А про войну, говорит, не хочу рассказывать. Там много крови, смерть, грязь. И, ну, не очень любил, конечно. Ох, махина! Ну, как же я его носил?
Зато о своей активной, насыщенной жизни Федор Федорович рассказывает с радостью. Особенно о любимой профессии, которой научился сразу после Великой Отечественной. В Германии, где 3 года служил контрагентом. В 1948-м уволился в запас и решил поселиться в Тальменке. В Тальменке я работал фотографом сразу. Когда посмотрел, что ребята работают, и важно. Думаю, я так сумею. А когда сумел, так потом в крае первый был. Ой. Везде был первый. В доме у мужчины была фотолаборатория, делал картины из своих фотографий, большую часть раздарил. Ну, тут любимая моя, это бабушка с дедушкой в ромашках сидят. В свои неполные 97 лет ветеран продолжает активничать и шутить. За грибами ездил год назад. Возил маленькую с собой. А теперь сам не рад. Только приеду, даю в лес скорее. Уже клещи насобирал. Уже как клещи. Я уже в этом году первый раз в жизни клещ укусил. Да, был такой. 9 мая дедушка с внучкой листают альбом, вспоминают прошлое с улыбкой. Федор Федорович говорит, что даже несмотря на войну, жизнью своей доволен. Жизнь у меня прошла. Я бы считал, лучше не надо. Наверное, поэтому я долго живу. Я любил спорт, любил и зарядкой я еще занимаюсь. Да. Поэтому ноги еще шевелятся. Мужчина гордится, что еще может самостоятельно прийти на местный парад Победы, чтобы посмотреть праздник и порадоваться, как тогда, в 45-м, Великой Победе. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Главный врач и сотрудники перинатального центра «ДАР» в канун Великой Победы поздравили тех, кто своим ежедневным трудом в тылу приближал Великую Победу – бабушек и дедушек своих сотрудников. Медики вручили ветеранам тыла подарки и обещали продолжить дело одного из них. Какое? Расскажем далее. О, святитель, отче наш! Зрение подводит, но не читать Священное Писание не может несколько раз в день. Схемонахиня Анфия молится за родных и всех живущих. Великую Отечественную она была ребенком. 10 лет, когда война началась, но все равно уже выполняла работы, где-то какие-то сеяла, собирала урожай. Урожай и на фронт шел, а питались они... где какие зернышки добудут, достанут, и вот так вот впроголодь. Работала на комбайне, в пекарне, кидала уголь в топку в День Победы. Сотрудники краевого перинатального центра ДАР, где работает архивариусом внучка схемонахини Ирина, благодарят труженицу тыла. Еще у нас маленький такой подарочек. Это чтобы вам полегче. Полегче было бытовые проблемы свои решать. Сколько много. А еще сотрудники ДАРа пообещали курировать детище матушки Анфии – Свято-Никольский источник. В дореволюционные времена над Свято-Никольским источником возвышался монастырь Казанской иконы Божьей Матери. Но в 20-х годах большевики устроили здесь тюрьму, расстреливали прихожан и священнослужителей, а сам источник на долгие годы порос сорняком и утопал в грудах мусора. Больше 20 лет назад матушка Анфия расчистила и облагородила ключ. Тропа к нему не зарастает по сей день. Вот теперь я, конечно, как говорится, до самой смерти как приросла к нему. А все равно сил нет, здоровья нету. Сейчас и посмотрела, батюшка приглашал за меня помочь поработать. Хорошо поработали. Она ведь беспокоится не за себя, она беспокоится за свое дело. Что вы пришли, вы продолжите то, что начала я. Вот мы говорим, да, у нас там беды какие-то, да, у нас там чего-то происходит. То, что вынесли они, нам, наверное, и не слилось. И, конечно, это слава Богу, но это только благодаря им. А ваше любимое блюдо? Пельмени. А во время войны на обед зачастую был стакан воды, вспоминает Пантелей Сергеевич. Ему тогда было 10 лет.
организму надо, чтобы хлеб, сахар, чтобы продукт был, а то вода. Да. Жизнь плохо была. Страшно то, что я получила похоронку. Похоронку. Мати в сльози, а раз шестеро, а-а-а. Пантелея Сергеевича призвали на войну 20-летним парнем. Спустя 6 лет после Великой Отечественной он воевал на Украине с бандеровцами, из-за чего его приравняли к участнику Великой Отечественной войны. Дедушка – родственник одной из сотрудниц перинатального центра. Для него сегодня слова благодарности и подарки. Мирного неба над головой и еще долгих-долгих лет жизни, чтобы... 100 лет! Да, точно. Дедушка веселый у нас. Такой... Всегда грустить не давал. Вот. На велосипеде любит кататься. Что вот 90 лет, а ему вот велосипед нужен. В коллективе «Дара» почти 1000 человек. А дедов сотрудников, которые приближали победу, осталось 2. Заботиться о них – их долг. Общение с живым ветераном – это уникальная и, наверное, уже последняя возможность. Поэтому продолжать их дело, подхватить их дух – ну, наверное, это вот задача, так скажем, нашего среднего поколения – передать это молодежи. Это очень важно. В коллективе «Дара» почти 1000 человек. А от дедов, сотрудников, которые приближали победу, осталось 2. Заботиться о них – их долг. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. По центру краевой столицы сегодня прошагала 52-тысячная армия бессмертного полка. Внуки и правнуки почтили память своих предков, участников войны. С ними прошлась и моя коллега Валентина Аскерова. Нас оставалось только двое. 2 года у нас не было возможности выйти на улицу в 9 мая и почтить память воевавших в Великой Отечественной войне. Но сегодня такая возможность появилась спустя 2 пандемийных года. Вы только посмотрите, сколько сегодня пришло человек. Бессмертному потоку нет конца и края. Дети, взрослые, пожилые несут в руках портреты тех, кто подарил нам жизнь. Что это мой папа, который прошел всю войну. С днем победы и умер. Великой Отечественной войны. Ну, мы помним о нем всегда. Я хожу, и хотя мне уже 8 десяток, но я иду и радуюсь. Когда не было 2 года этого, то я очень страдала. Вот мой отец. Он с 38 года в армии по возрасту. И вернулся только в ноябре 45-го. Как не прийти? Смотрите, какое единение. Как люди хотят почтить память. С песнями и гармонией наравне с живыми в единой колонне шагают ушедшие. В этом году в бессмертный полк встало 52 тысячи барнаульцев. Это километры памяти. Многие участники сами подходили к камере, чтобы край увидел их героев. Был ранен, и женщина одна его как бы, ну как, спрятала. Спрятала от фашистов. И он, тяжелое ранение было, и он умер там у нее. И она его похоронила у себя в огороде. И вот мы его искали, и все это время он был там захоронен. Мы его никто не видели, не знаем даже. Ой. У нас много родственников, и в каждом городе дедушка идет в бессмертном полке. Бессмертный полк шествует в Барнауле в 9-й раз. И все участники надеются, что после 2 лет коронавируса такого большого перерыва больше никогда не будет. А ушедшие герои 9 мая всегда будут стоять в победном строю. Это его прапрадедушка. Гордишься? Да. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. А знают ли дети, как жили в военное время? Сотрудники уголовно-исполнительной системы провели специальную акцию, приуроченную ко Дню Победы. Их дети задали вопросы участникам Великой Отечественной о быте и жизни в тылу в годы войны. Пайка, хлеба и все. Посидим, покушаем пайку эту. Ну, я у сестры жила. Иногда то картошки сварим. У сестры тоже было 4 детей. Тоже тяжело было. Пошла я уже в 47-м году, когда мне исполнилось 7 лет, в школу. Первый мой учитель был мужчина, который пришел с фронта. И он настолько был добрый, мужественный,
давал знания. Здравствуйте, ветераны. Для подрастающего поколения общение с очевидцами тяжелого времени было познавательным. Многие после признали, что хотели бы и в будущем посещать ветеранов. Свидетели войны поздравили накануне и в Заринске. Песни Великой Победы прозвучали прямо под окнами ветеранов, бывших узников концлагерей и тружеников тыла. 9 мая навсегда объединила эти нелегкие судьбы общей радостью. Тогда, в 45-м, враг был разгромлен, а эти песни сегодня подтверждение тому, что никто не забыт. Песни Победы, пожалуй, знают все, но для Розы Адамовны это еще и память о маме, которая Великую Отечественную пережила в концлагере, родив там дочь. О том страшном времени женщина не помнит, кроме песен, что пела ей мама каждое 9 мая. А помирать нам рановато, но есть у нас еще дома дела. В соседнем дворе живет Нина Григорьевна, участница японской войны с 42-го года и до самой победы была связистом в береговой охране Тихоокеанского флота. Песни фронтовой бригады зазвучали и у ее дома. Равнение на середину! Поздравляем вас с 77-й годовщиной победы! Исполнили песни той весны участники Народного театра «Азарт». Куплеты знаменитой «Катюши», «Дня Победы» и даже народные частушки звучали в каждом дворе Заринска, где живет участник войны. Руководитель театра Евгений Танков рассказывает, что традиция поздравлять ветеранов под их окнами появилась в прошлом году. Правда, тогда ветеранов в Заринске было 15, а сейчас всего 7. Дядя с 25-го года погиб в Польше. Вот. И все мои братья, значит, несли службу, вот. И тоже мой сын. И поэтому я считаю, что 9 мая мы должны отдать дань памяти нашим дедам, нашим отцам. Благодарные за мир дети и внуки сегодня уже сами состоят в Совете ветеранов. 9 мая они организовывают и помогают проводить праздник. Вот и сегодня Совет ветеранов даже для гостей города на вокзале спел известные песни. У каждой организации свое лицо. Одни вот такие творческие, вторые ухаживают за могилами ветеранов, третьи – спортсмены, четвертые – интересную историю написали. Дети Великой Отечественной войны, умницы все. Я горжусь, что работаю с ними. А песня остается с человеком, как гласят известные строчки. И сегодня она вновь объединила поколения. Кому-то напомнила о непростом прошлом, кому-то о том, как важно беречь мир. София Яценко, Анна Рашагирова, Вадим Быстревский, «День с толком». И далее. Газопровод протяженностью 9 километров ввели в эксплуатацию в Белокурихе. Новые сети позволяют подключить газу в городе-курорте более 300 домовладений. Накануне по программе дегазификации голубое топливо подвели к первым двум участкам. Анара Шагирова с подробностями. В Алтайском крае программа дегазификации проходит во многих городах и районах. Работы выполнили максимально быстро, а накануне к новым газовым сетям уже подключили первые домовладения. В мероприятии участвовали генеральный директор «Газпром» газораспределения «Барнаул» и глава города Белокуриха. А это значит, что теперь жители 9 улиц и 7 переулков Белокурихи, итого 337 домовладений, могут подвести голубое топливо до границ своего участка бесплатно. Еще предстоит газифицировать порядка 2000 домовладений, говорит глава города. Из них уже чуть меньше 1000 подали заявление, 411 договоров подготовлено, 139 уже заключено. И я думаю, что вот такой комплексный подход, он как раз-таки дает возможность такими большими шагами эту программу выполнять. Конечно, для Белокурихи очень радостное событие. И радоваться есть чему. Директор газоснабжающей компании рассказывает, объект был не из простых, и тем не менее со всеми трудностями удалось справиться. Сложность заключалась в том, что, во-первых, грунты такие, уже в предгорьях мы строим, сложный рельеф и стесненные условия, такие узкие достаточно переулки. Виктор Бирюков одним из первых в городе принимает участие в программе дегазификации. Рассказывает, подключиться к газу вынудили бытовые неудобства. Сажа, значит, из углярки ходить, постоянно носить. Значит, это мог только мужчина делать, женщине уже неудобно, если надо дома. А тут все совпало. До границ участка газ провели бесплатно, а за техническое подключение часть средств вернули. Это почти 50 тысяч рублей. Другому жителю Белокурихи, ветерану Великой Отечественной, не только провели газопровод, но и в преддверии праздника Победы представители «Газпрома» преподнесли небольшой подарок. Мы пришли поздравить вас с наступающим Днем Победы.
вручить подарок такой за ваш вклад в дело победы, вручить паспорт для газовой плиты. И тут вот такой небольшой подарок, чаю. Еще 97 участков подключат газу в Белокурихе в ближайшее время. И сбор заявок продолжается. В компании уверены, газификация – серьезный шаг в сохранении экологии курортного города. Елена Кузовкина, Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Палатки, костры, полевая кухня и песни военных лет. По инициативе депутатов «Единой России» и при поддержке администрации индустриального района на берегу реки Власиха развернулся настоящий солдатский лагерь. Там прошел гала-концерт краевого фестиваля «Солдатский привал». Отдых и общение под песни военных лет. Именно такие задачи перед гостями ставят на краевом фестивале патриотической песни «Солдатский привал». Мы хотим, чтобы 9 мая был праздником весны, праздником радости и, конечно, со слезами на глазах. Ребята, очень быстро пролетит время. Пока есть возможность, обязательно расспрашивайте своих дедушек, бабушек. Счастливые, если у вас сохранили еще живы прадедушки, прабабушки. У нас, во-первых, выступает здесь ребенок. Для нас это очень важно, чтобы наши дети знали историю, знали, как это тяжело далась эта победа. В рамках гала-концерта на сцене выступило 27 коллективов и артистов, а всего участвовало 2000 человек. Прежде фестиваль проводили на территории школы, что сокращало число желающих. В этом году его вынесли на берег реки. От мала до велика, да, у нас собралась прекрасная атмосфера. Вообще, почаще бы таких нам праздников, потому что это правда объединяет все поколения. В финале жителей ждал фейерверк. Организаторы праздника уверены, что фестиваль станет традицией и будет привлекать все больше участников и зрителей. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, «День с толком». Забег не на результат. Именно с таким посылом более 3000 человек стартовали сегодня на традиционном забеге «Кольцо Победы». За что его так ценят барнаульцы, знает Дмитрий Дроздов. Этого момента участники традиционного забега ждали больше часа. Огромная волна бессмертного полка сместила старт, но любители бега этим не спугнуть. Дистанция для детей и спортсменов на колясках 1,2 километра, для взрослых 10. В этом году погода способствует тому, чтобы пробежаться, получить удовольствие. Действительно, вся атмосфера располагает. Во-первых, это не чисто спортивное, даже, я бы сказал, мероприятие, а больше патриотическое, такого характера. А некоторые ради забега в прямом смысле спускаются с гор и приезжают с Укскокса. Ведь время финиширования сегодня не главное. У меня отец 3 войны прошел просто в его честь. То есть мне результат абсолютно не интересует. Особенно радуюсь, что сколько много ребятишек сегодня бежали. Просто здорово. Вот. Ну и ветераны как могут еще укрепляют боевой дух, показывают, что можно бегать, жить активно. По словам организаторов, каждый год число бегунов только растет, а «Кольцо Победы» становится неким стартом в любительский, а там и в большой спорт. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 23 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. С праздником Великой Победы!